Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не потерять его. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на моем канале появится новое видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерям, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Много стран, много разных городов. Это очень-очень приятно. Сижу, перевожу вместе с переводчиком ваши комментарии, отзывы, пожелания. Спасибо вам огромнейшее. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Давно мы с ними не работали. Да? Очень интересно ниточки мне не нравится и с новым узорчиком смотрите называется получается картопу до супер перле смотрите Метраж мне очень нравится. В 100 граммах 400 метров это стопроцентный акрил. И здесь говорит производитель, берите крючок 2-2,5, с половиной, то есть это одинаковая пряжа и та и та, да, цвета разные. Смотрите, какая текстура интересная, видите? очень интересные, очень удобные, очень приятные на ощупь, классные ниточки. И я, смотрите, беру здесь крючок не два, два с половиной. Я возьму троечку, потому что я работаю с троечкой, с этой ниточкой. Меня, в принципе, все устраивает. Вы можете тоже пробовать, экспериментировать, брать крючок потоньше, брать, брать крючок потолще, как вам будет удобно. Угу. Итак, приступим. Кто давно на канале знает, что я из вот средней толщины ниточек делаю небольшие образцы в районе 30 петель, да. У нас сегодня ниточка, получается, будет чуть потоньше. Сразу говорю, схемки у меня нет. Я узорчик, в принципе, просто в готовом виде увидела и решила повторить вам, показать. Поэтому смотрите, повторяйте за руками. Итак, получается, раппорт узорчика будет 4 петельки. И мы с вами наберем, получается... Ну, 9 рапортов, да, сделаем. И красиво, чтобы краешек закончился, еще 3 дополнительные. Итого, в общем, 39 воздушных петель. Договорились? Так, надеюсь, вы в этом как бы, объеме увидите полностью все прелести узорчика. Итак, в начале петельку фиксации мы ее при наборе петелек считать не будем. Помните, да? Итак, а теперь тридцать девя воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Вот такой у нас будет образец. Что делаем дальше? Три петельки подъема начинаем уже сразу же вязать узорчик. То есть нет никакого дополнительного ряда у нас не будет, да, вспомогательного. Итак, три петельки подъема. Раз, два, три. Теперь считаем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку вот так вот ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2-2. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку. Точно так же провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Вот эти 3 петельки подъема да, это тоже имитация столбика. Получается 1, 2, 3 столбика с накидом. Далее смотрите. Воздушная петелька. И в цепочке непосредственно. Да, мы вот эту петельку, следующую, до да, косичку пропускаем, шагаем через нее и. Следующую петельку провязываем столбик с накидом. Раз. Следующую петельку цепочки столбик с накидом 2. И в следующую петельку столбик с накидом 3. Вот как бы такое вот маленькое окошечко сделали, да? Смотрите дальше. Опять воздушная петелька. Опять пропускаем петельку в цепочке. И в следующую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. Сюда же, ну, в эту же получается цепочку, да, шагаем. Столбик с накидом 2, столбик с накидом 3. Как только три столбика сделали, опять делаем окошечко. Воздушная петелька, и в цепочке пропускаем тоже петельку, и так далее, и так далее. То есть три столбика провязываем. Столбика с накидом, да, воздушная петелька. Три столбика с накидом, воздушная петелька. И не забывайте, что в цепочке вы тоже пропускаете одну петельку, и так у нас получается окошко. Понятно, не сложно. Вот так вот провязывайте до конца ряда. Три пропустили, три пропустили, три пропустили, три пропустили и тогда и до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот такая у нас дорожка получилась таких вот вагончиков и закошечек, да? Ровненько, аккуратненько. Что делаем дальше? Три петельки подъема. Раз, два, три. Закончили, да? Мы тремя столбиками. Поворот. И вот эти три столбика, которые у нас были, мы их также провязываем столбиками с накидом. Так, три петельки подъема, помните, да, что это тоже имитация столбика. Дальше, дошли до нашего окошечка из воздушной петельки. Смотрите, и делаем окошечко еще одну. Воздушная петелька. И перепрыгиваем к следующему столбику. Раз, два, три. И тут тоже также провязываем наши три столбика. Раз. Следующие два. Столбики с накидом. И... 3. Смотрим. Опять окошко. И мы окошко делаем воздушная петелька. 3 столбика. И мы 3 столбика. В общем, суть какая, что вы во втором ряду полностью повторяете все, что вы провязали в первом. Угу. Несложно. Над столбиками столбики. Над окошками. Над воздушными петельками. Воздушные петельки. И вот так вот вы провязываете до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Видите. Над столбиками столбики. Это окошками окошками давайте самостоятельно до конца ряда у вас получится так смотрите довязали практически до конца ровненько аккуратненько красота показываю как заканчиваем ряд вот мы провязали первый столбик второй столбик делаем накид здесь помните у нас было три петельки подъема так вот мы беремся за третью петельку ныряем в нее вытягиваем ниточку и по идее провязываем полный столбик да но я хочу здесь с вами поменять цвет то есть вы точно также можете вместе со мной менять, если не хотите, конечно, продолжайте ну, этой же ниточкой. Смотрите, новички, кто еще не знает, как мы добавляем цвет. Мы оставляем на крючке последние две петельки столбика, неважно какого. Может быть, у вас здесь столбик был без накида, там с двумя, с тремя накидами. Вот именно последние две петельки мы провязываем новым цветом. Смотрите, как. Оп. Видите, ниточки белой-то еще нету, как бы не видно, да, столбик закрытый, но она уже в процессе вязания. Дальше по узорчику у нас тут три петельки подъема делаем раз два три и вот теперь мы можем подтянуть вот эту такую бирюзовую да вот такую вот беленькую дальше поворот и теперь смотрите внимательно сейчас мы сделаем одну воздушную петельку узорчика воздушная петелька вот из этих наших трех столбиков раз столбик два три второй мы пропускаем и провязываем сразу же третий столбик столбиком с накидом есть а теперь смотрите накид вот видите, у нас, да, два окошечка. Как бы первый этаж, второй этаж. Спускаемся в первый этаж. Вот так вот вытягиваем ниточку вот до уровня столбика. Не провязываем. Стоп, накид, сюда же опять. Ныряем. Два. Стоп, накид, сюда же. Три. Стоп, накид, сюда же. Четыре. Стоп, накид, сюда же. Пять. И вот когда у нас такое большое количество петелек, да мы вместе их так вот раз провязываем, но не до конца, до последней петельки. Вот до этой петельки провязываем. Стоп. А теперь у нас на крючке две петельки, их провязываем вместе. Оп, понятно? Вот такой вот пышный столбик у нас с вами получился. Что делаем дальше? Накид. И вот наш три столбика. Мы идем к первому и провязываем первый столбик столбиком с накидом. Далее воздушная петелька. Делаем окошечко. Пропускаем второй столбик ниже ряда. И провязываем столбик с накидом в третий столбик видите, вот получается какая красота что делаем дальше накид у нас опять два кошечка да и мы спускаемся вниз на первый этаж накид потянули ниточку видите до столбика раз накид нырнули потянули два накид нырнули потянули три накид нырнули потянули четыре накид нырнули потянули пять вот теперь все их вместе провязываем но не до конца до последней петельки, которая была на крючке. Теперь у нас две петельки на крючке, мы их провязываем вместе. Оп, понятно? То есть еще один такой пышный столбик у нас получился. И опять провязываем обычный столбик с накидом. Вот, раз, два, три столбика. Первый провязываем. Над вторым делаем воздушную петельку. И третий провязываем. Понятно? Вот у вас получается пышный столбик, как бы окошечко, да, пышный столбик, окошечко. Все, и вот таким вот образом вы провязываете до конца ряда. Несложно. Два, три, четыре, пять. Провязали, но не до конца. Так, две петельки оставили на крючке. Теперь все вместе провязали. И опять направляемся к первому столбику, провязываем столбик с накидом. Несложно, согласитесь? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, вот такие у нас получаются вагончики, шишечки, бубочки, да, получаются интересные. И смотрите, показываю, как заканчиваем. Вот, провязали последнюю такую вот шишечку, пышный столбик. Вот наши три последних столбика, да. Провязываем в первый столбик, столбик с накидом. Продолжаем точно так же. Воздушная петелька, столбик один пропускаем. И вот наши три петельки подъема. В третью петельку ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. И этим же цветом продолжаем вязать дальше. Три петельки подъема, поворот. А теперь ваша задача повторить все то же самое, что мы провязали, получается, да? Но без шишечки, без бубочки. Итак, делаем окошко. Одна воздушная петелька, видите, окошко. Вот у нас получается первый столбик, провязываем его как обычный столбик с накидом. Вот получается у нас шишечка, наша бубочка, да? Вот верхушка этой шишечки. Ныряем в нее и провязываем обычный столбик с накидом. И вот у нас третий столбик с накидом, точно так же провязываем его столбиком с накидом. Поняли, да? Окошко, и мы делаем окошко. Три столбика, и мы провязываем три столбика. Поняли, да? Как мы делали вот в бирюзовом ряду, второй ряд. Точно так же делаем в белом. Раз, два, три столбика. Воздушная петелька. И опять три столбика. Раз, два, три. То есть несложно. Поняли, да? И таким вот образом вы шагаете до конца ряда. Видите? Вот опять наши окошечки. Все. Окошко 3 столбика, окошко 3 столбика, окошко 3 столбика. Шагаем, шагаем, шагаем. До конца ряда доходим. Здесь я вас встречаю. Получается красота. Давайте. Так, смотрите. Вот такая получается красота. Все ровненько, опять же аккуратненько. За как заканчиваем ряд. Вот мы получается провязали с вами три столбика, и далее у нас должно быть одно окошечко, воздушная петелька. Не забываем, что у нас здесь тоже окошечко, воздушная петелька, а тут три петельки подъема. И вот мы получается в третью петельку, то есть через воздушную петельку, ныряем и провязываем столбик с накидом, но опять хочу поменять цвет. То есть я провязываю первые две петельки, а последние две петельки оставляю на крючке. И здесь вы можете добавить еще третий цвет, да, возможно. Я вернусь к первому. Итак, смотрите вот так вот, оп, и провязываю. Сильно вот эту бирюзовую ниточку не тяну. Делаю дальше 3 петельки подъема. Раз, два, три. И могу спокойно подтянуть беленькую. Понятно? А синенькую не буду, потому что край зажулькается. Дальше, смотрите, поворот. И вот здесь вот, вот здесь вот, я могу провязать точно такую же еще одну шишечку-бубочку. Давайте, накид. Опять ныряем на первый этаж. Вытягиваем ниточку нашу до столбика, получается, раз. Сюда же два. Сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5. Все вместе опять провязываем, оставляем 2 петельки на крючке. Теперь 2 петельки вместе провязали. И смотрите: повторяем все то же самое, что мы делали высоко белой шишечкой с нашей бубочкой. То есть мы цепляемся вот так вот за верхушку первого столбика и провязываем столбик с накидом. Средний столбик пропускаем, делаем воздушную петельку. За третий столбик провязываем столбик с накидом окошки наши закрываем, да, то есть опускаемся, получается, на первый ряд, то есть из белых ниточек вот этот вот получается первый этаж. Раз. Все то же самое провязываем. Накид сюда же 2, накид сюда же 3, накид сюда же 4, накид сюда же 5. Все вместе провязали, оставили 2 петельки. Провязали 2 петельки. И точно так же опять первый столбик, второй столбик делаем окошечко. Понятно? Вот, несложно. То есть, получается, узорчик у вас будет состоять всего лишь только из двух рядов. То есть, вначале вы сделали, вот, как бы подготовили, да, первый ряд наших окошечек. Потом непосредственно во втором окошечке будете провязывать шишечки бубочки. Опять подготовили шишечки бубочки, подготовили шишечки бубочки. Все. Можно делать одним цветом, можно двумя цветами, можно тремя, четырьмя и так далее. Можно остаточки ниточек. Будет в любом случае смотреться шикарно. Все. Вот это и есть наш узорчик. Очень простой, очень легкий. Давайте сейчас довяжем до конца ряда. Так, возвращаемся точно так же, видите? То есть у нас, получается, шишечки бубочки будут находиться друг от друга в шахматном порядке. А так все то же самое. То есть возвращаемся, делаем 3 столбика воздушная петелька, 3 столбика воздушная петелька, 3 столбика воздушная петелька. Поняли, да? И здесь переключаемся на белую ниточку. Белая ниточка опять пошли туда, вернулись обратно. Бирюзовый туда, вернулись обратно. Угу. Давайте вырастим наш образец на несколько рядочков и посмотрим в итоге, что получится. Получится очень здорово. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, какая получается красота. Какие пышные такие вот столбики, да? Бубочки такие интересные. Смотрите, и получается узорчик у нас двусторонний. Какая вам сторона больше нравится, какая приглядится, такую и оставляете. Класс, смотрите. Чуть-чуть тянется. Так, конечно, тянется чуть побольше. Смотрите, можете сделать одного цвета, двумя цветами, да, тремя, четырьмя, как угодно. То есть, здесь вообще никто не ограничивает. Пока вязала, знаете, что придумала? Интересно было бы использовать вот именно данный узорчик из толстой пряжи, какой-нибудь кардиган оверсайз, мне кажется, будет прикольно. Хотя, ну, конечно, рекомендуйте данный узорчик для оверсайза. Будет как? Наоборот, будет не очень, либо будет классно. Итак, жду ваших комментариев. Куда можно использовать данный узорчик. Ну, естественно, зима, куда можно использовать. Обязательно снуд и шарфик. Обязательно. Шапочка, конечно, нет, потому что да, с дырочками. А снуд шарфик вообще будет за Кофточки. Если это будут ниточки легкие, летние, хлопочек, да, микрофибры, это, конечно, топички, топики маечки. Топики маечки. Вот. А если ниточка, конечно, будет более теплая, зимняя. Кстати, плед. Смотрите, будет шикарно тоже смотреться такой необычный. Итак, давайте замерим. Вот мы, получается, с вами набирали. 39 воздушных петелек. И если это же пряжа, если этот же крючок, это же плотность вязания. Ну, приблизительно сколько это будет, да, по первоначальному. Это будет где-то 21 сантиметр Ну, 20 точно с хвостиком. Угу. А тут у нас получается как раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Четырнадцать рядов, кстати, заметили, да, что начинается, заканчивается обычными столбиками. Очень классно. Да, ровненький край. Так, замерим ровненький край. Так, получается, ну, 11,5. 11,5 сантиметров. Не забываем, да, влажно-тепловая обработка, там и так далее, и так далее. Вот, красота. Я жду ваших комментариев, повторюсь, да, куда можно использовать данный узорчик. И, естественно, ж, ставьте лайки. Не забывайте. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда появится новое видео на канале. А также не забывайте под видео и стрелочка поделиться с друзьями. Нажимайте, делитесь в соцсетях заранее. Спасибо вам большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Да? До новых видео. Всем ровных петелек. Пока-пока.